Легенды Крыма. Старый храм. Керченская легенда. Теперь старый керченский храм ушел в землю, сгорбился, как старик, который несет на плечах много лет. Кругом выросли богатые высокие дома, грохочут фабрики, вытянулись, как шеи жирафы, заводские трубы. И среди них затерялся старый храм. Мало слышен, плохо виден, и все же не хочет перестать жить. И, может быть, переживет нас, как пережил многих. Керченские греки в тишине вечера любят слушать мелодичный звон его колоколов. Они чтут его старые светины, поклоняются иконе, которая дошла от дней, когда впервые служил в храме Пантикопейский епископ. Об этих днях не забыли, хотя и прошли с тех пор многие сотни лет. Не забыли, потому что-то случилось. Бывает и теперь. Говорят, в ночь под великий праздник стояли тогда у Амвона 12 братьев, и тысячная толпа христиан не знала, кто из них прекрасный. Так красивы и стройны были все 12, такой доблестью и отвагой дышали их лица и светом чистой совести, ибо исполненный долг дает ее людям, а братья построили храм предтечи, как обещали матери. «Помяни, Господи, душу я в царстве света». И епископ, наклоняясь над престолом, поминал имя матери и не поминал двух других. Не был христианином отец, а имя безумной сестры не вещалось в храме. Но скорбел о том престолослужитель и шептал трижды святую молитву, когда доносился жалобный стон от окна алтарной апсиды. Сливался тот стон с голосом декабрьского шторма. И было не по себе многим. Взвизгивал ураган, чтобы заглушить стенание метущейся души, и вздрагивали бровью братья от боли и гнева. Казалось, с порывом бури проникал в храм туманный образ сестры. В струйках кадильного дыма вился по колоннам и, не доходя до престола, угасал в мерцании догорающих лампад. Чтобы облегчить сердце, братья думали о чистой душе матери, о светлом часе ее кончины. Светильником в руке, прежде чем проститься с земным, завещала она детям поднять над Пантикопеей крест во имя Крестителя. И поклялись они сделать так, и пока не воздвигнут храма, забыть радости жизни и счастье ликующих грез. 12 братьев и сестра, чище которой не было в мире лилии. Нужны были годы веры и труда, чтобы исполнить обет. С именем Христа, камень за камень, братья воздвигали стены, а сестра приносила им пищу, омывала раны и нежной заботой своей отражала душу матери. Но на Митридатовой горе жил старый жрец, ненавидевший христиан, и сын его, начальник горной части, был последователем отца. Он был красив, точно сам Аполлон, вдохнул в него часть своей красоты, и смелый взор его проникал в сердце женщины. Оттого братья боялись, чтобы не увидел он сестры, чище которой не было Лидии, как думали они. Подходила работа к концу, становилась радостнее на душе у братьев, и только скорбная тень на лице девушки печалила их. Все грустит по матери. Не знали, что случилось. В летнюю ночь, когда морской залив горел в бриллиантах отражений, сидела она на ступеньках Босфорского схода, глядела в глубокое небо и говорила со звездой. «Где ты, мама?» И вздрогнула в испуге и смущении, когда красавец юноша коснулся ее плеча. И его длинные кудри падали черными кольцами, и одно из них коснулось ее лица. Коснувшись, обвеяло чувством жгучей ласки. «Кто ты? Зачем ты здесь?» Не ответил на это юноша. Или не поняла она его. Шепот страсти, как туман, застилает глаза. От него, как от сладкого яда, замирает сердце. «Уйди, я чужая тебе!» И девушка вырвалась из его объятий. Не сказала ничего на другой день братьям, только перестала ходить в летнюю ночь на ступени Босфорского схода, чтобы не встретить больше дерзкого. Она ненавидела его и вспоминала его речь, боясь позабыть хоть слово. «Ты будешь моя», — говорил он, и билось сердце от голоса власти. «Оставь свою печаль», — убеждали братья, — «скоро поднимем крест, уже радуется светлый дух матери». И от этих слов еще тяжелее становилось на душе девушки.
Точно кто подломил цветок, а люди, не замечая, говорили о жизни. Часто не помнила она себя, и когда падал в окно лунный свет, как бледный призрак тянулась к нему, был ли то сон, то казалось ей, что чернокудрый юноша опять обнимает ее, жжет огнем холодные уста, прижимает к себе, и оттого пустеет сердце. И кто-то другой стал жить в ней. И думая об этом, она не думала уже ни о чем больше. Не спешила к братьям, позабыла для них слово ласки. И раз совсем не пришла. Удивились братья, что могло помешать. И когда спустились в сумерки, поспешили домой. Было смутно на душе, как рассвет дня перед казнью коснулся ужас предчувствия. Уже открылись земле свет и ночи, когда братья подошли к дому. «Отчего не пришла накормить нас?» – спросил старший брат, увидев сестру на пороге. Молчала девушка, без слез плакали глаза. «Отчего не пришла?» – хотела ответить, но мертвенным шепотом шевелились уста. В саду звякнул меч. Оглянулись туда. Стройный юноша, у которого змейками сбегали по плечам кольца черных волос, укрылся в тени платана. «Сын жреца!» Тогда бросился к девушке старший брат. «Это он?» Словно упавшая одежда беззвучно опустилась перед ним девушка. «Анафема естоси!» И взмахом ноги он откинул ее далеко за порог. Пролетел в это время пыльный вихрь, подхватил лишнюю песчинку и унес к морскому заливу. В тот день, когда подняли над храмом крест, на церковной площади собрались все христиане города. И вдали от них стояла кучка нехристиан. Но не было среди них сына жреца. Он навсегда ушел из города. А вечером, когда луна посеребрила поднятый крест, от залива надвинулся белый туман. Хотел коснуться креста и унесся в морскую даль. Может быть, что не был туман, а поднималась из пучины несчастная душа. И когда под великий праздник в храме служили впервые епископ, это она носилась в вихре урагана вокруг храма. Прошло немного времени после того, и на город напал отряд варваров. Пантикопейцы храбро защищали свой город. И немало юношей погибло у его стен. Погибли 12 братьев-строителей. Их похоронили в общей могиле у храма и на память векам прикрыли могилу плитой. Куфи, Автие, Ие, Иги, мир им. Мир не сошел на могилу. В ночь под великий праздник прилетает туда тень сестры. Белым колеблющимся светом проникает к изголовью могилы, которая уже не видна людям. И тогда плачет кто-то в церковной ограде голосом безысходной тоски. Но не верит народ в безысходность горя. Есть слух, что должен вернуться юноша с кольцами черных волос. Не тот, что загубил несчастную, другой, сердце которого поет светлый канон. Он придет к могиле в ночь под великий праздник, поднимет тяжелую могильную плиту, чтобы метущаяся тень могла слиться с тенью братьев. Как никогда сами собой зазвучат в ту ночь колокола старого храма и разнесут по земле мелодию мира и любви».